Здравствуйте, 2 июля, понедельник, день Луны, 19-й лунный день с элементом ветер. День благоприятный для людей, родившихся год, лошади и собаки. Хорошо в этот день проводить обряды Гулдудодаха, Далагаваха, Жапты, анализируя и принимать решения, брать посвящения, обеты, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, травы, обретать новых друзей, родниться, торговать на развитие и увеличение, усмирять врага, также для жестких дел, отправляться в дорогу к увеличению благосостояния. День неблагоприятный для людей, родившихся вот мыши и свиньи. Не следует проводить похороны и поминки, приводить невестку, отдавать невесты, а также покупать домашнюю живность. Стрижка волос к встрече с хорошим человеком. На Верхнеберутске Цокчин Дугани с 9 часов утра пройдет хурал Цокчин, Дынхар Дугани Гомбо Гангар Сихюсны, Дыважин Дугани Очурвани Сунды с 13 часов дня Таван Хан Сахюсны. Делайте добро!